Три года жители поселка Новодрожжино просили привести в порядок территорию у дома номер 2. Раньше на этом месте находилось заброшенное здание недостроенного магазина. И вот месяц назад в рамках комплексного благоустройства началось строительство сквера. Стоит отметить, что работы велись под чутким контролем посельчан. Изначально была концепция предоставлена, которую они одобрили, визуализация. То есть они одобрили, что здесь будет именно все в таком виде. Потом после этого был сделан проект, и согласно этого проекта уже выполнены работы. Сейчас все основные работы закончены. Установлены скамейки в виде качелей и удобные лавочки со спинками. Заасфальтированы дорожки, посеян газон и высажены многолетние растения и деревья. В ближайшее время поставят уличные фонари. Потребность в тихой зоне, в тихой, уютной, комфортной зоне, она существовала. Вот администрация выделила средства. И на сегодняшний день, я думаю, по крайней мере, в этом микрорайончике эта потребность удовлетворена населением. Сквер для посещения открыли 2 недели назад. Жители уже успели оценить все преимущества новой зоны отдыха, но и сделали небольшое замечание. Треугольник на пересечении дорожек, который был по проекту, на деле оказался совсем неуместным. Вышли на место, но видим, что по факту это не актуально, не имеет никакой смысловой нагрузки. Сделаем красивое местечко, заложим той же тротуарной плиткой. Есть замечания по асфальту, пару мест неудовлетворительного качества, подрядчик все установит в ближайшее время. В процессе работы, когда проходили работы, они сюда часто выходили, находили недочеты кое-какие, из-за чего мы здесь вот собирались, и были выявлены некоторые недочеты в результате последующих работ, которые будут в обязательном порядке исправлены. Удобное расположение сквера, прекрасное место остановки для пешеходов. Здесь могут отдохнуть родители с детьми, молодежь и представители старшего поколения. В нашем доме жители, которые играют в домино, играют в карты. И вот они собираются, они уже давно пенсионеры. И они собираются тут, и им очень приятно проводить время. И с детьми приходят, и с колясками, и, в общем-то, просто сидят, отдыхают. Ну, красота, ну, что говорить. Просто было поле, и вдруг такую красоту сразу создали. Очень, очень хорошо. Сквер – это пространство, которое притягивает людей, становится любимым местом отдыха и прогулок. Теперь у жителей поселка Новодрожжино среди многоэтажных домов есть свой островок спокойствия и умиротворенности. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.